приехали BenQ. В общем, все магазины у нас закрыты, кроме продуктовых. Вот, и везде очереди. Очереди. В общем, люди стоят в 2 метрах друг от друга. Вот какая очередь в Коска. Одного запускают, одного выпускают. Такая очередь длиннючая. В жизни никогда здесь англичане не видели таких очередей. Это, конечно, для них... Сереж, машина. Для них это что-то необычное. Ну, мы поехали, мы, конечно, в таких очередях уже в своей жизни стояли. Больше не хотим. Кто-то в масках. И люди путаются в масках, сколько всякой информации. Зато бензин подешевел у нас. Нет худа без добра. Вот. Совсем недавно 20 фунтов почти был бензин. А сейчас меньше фунтов Коска бензин. И в Азде вот здесь фунт и 3 пенса. Ну, фунт, в общем. Вот. Все закрыто. Тряпки закрыты. BenQ, строительные магазины закрыты. Машин много. Я бы не сказала, что мало машин и нет на дорогах. Машины все куда-то едут. Погода хорошая. Даже облаков нет. Англия, это ж Манчестер. Как это нет облаков? О, трамваи пустили у нас здесь. Из центра можно сюда теперь на Траффорд приезжать на трамвае. Построили быстро достаточно эту ветку. А мы приехали в BenQ, но он закрыт. Сказали, заказывайте онлайн. Мы вам привезем, да? Или приедете, заберете заказ свой? Чтоб очереди не стояли. А, даже вчера я читала, мне прислали сообщение на имейл. Тряпочный магазин Riva Island закрылся. А даже онлайн не работают люди. В общем, все закрыли. Поэтому на 3 недели, да, неделя уже прошла у нас, да, карантина. Значит, 2 недели еще осталось, и потом они будут пересматривать, что же будет дальше. Может быть, и продуктовые тогда закрыть магазины. А что? Постепенно так это придушить народ. Да и все. Сережа говорит, будет революция. Какая революция будет? Они тут такие скромные, такие... 2 человека все ходят. Такие боязливые. Поэтому законопослушные, права свои качать не умеют. Вот. Поэтому вряд ли какая-то будет революция. Тихо будут все умирать. Ой, нет, не будем умирать. Что я говорю-то? У нас деревья распускаются. Какие цветочки. Красиво, нарциссов полно. Теперь уже стоит погода. Да, погода солнце. Стоит солнечная. Дождя, солнечная. Невероятно вообще. Неделю. 6-7 дней уже. Сухой, солнце. Да, светит. После такой зимы, ветреной, очень холодной, дождливой. Очень зима была плохая. Погода. А сейчас оттеплило людям. Лодки свои убирают. Все занимаются домом сейчас. Сказали дома сидеть. Все позакрывали, все увлечения, развлечения. Тут же вот такая хорошая погода, когда люди вообще не сидят дома. Не копаются в огородах, не тратят время свое на ремонты, там, на какие-то там уборки. Все в аут. Вот. А сейчас приходится всем сидеть дома. Ну, не всем, конечно. Люди все равно ходят, все равно ездят.
на пробежку разрешили проходить. Вот по два человека ходить можно вместе, собираться. Вот если ты занимаешься бегом там или ходишь пешком, то можно выходить один раз в день. Интересно, как это считает? Кто считает это будет? Камеры все фиксируют. Ой, что ты? Ну, это же подумают люди. Чип в карман, ну, в кармане носишь, они все тебя фиксируют. Когда вышел, когда зашел. Ага. Ну-ка еще что-нибудь нам расскажи. А что рассказать? Такое умное. Чип в кармане есть? Есть. Фига у меня в кармане есть. Но не чип. Как нет, чип. Чип называется Apple, Samsung, ты про это? iPhone. Да. Вот, все видно, куда пошел, зачем пошел, сколько раз пошел. Не ладно тебе. Кому ты нужен с тобой смотреть? Вот именно. А, да, и такое сообщение на телефон. Вы уже выходили из дома сегодня, да? Куда пошел? Ну, скоро так и будет, наверное, если постепенно петлю затягивают на шее в виде магазинов, в виде всего жизни. Штрафы ввели жестко. Штрафы ввели, да, что даже к родителям нельзя выходить, выезжать. И общайтесь типа по интернету. Ну, а что, осталось только магазины закрыть, интернет отключить. Все. Что будет? Интересно, дальше будет? Для чего? Ну для чего? Ну для чего все это делается? Че ты думаешь? Просто так, карантин. Что ли? Карантин. А карантин от чего? Не столько больных, сколько карантина. Нет. Там, короче, гипотезы всякие выдаются. Да, там сейчас это гипотезы всякие. Читал. Так вот Лидл у нас. Вернее, не у нас, это в другом районе. Никаких очередей тут нету. Не стоят на входе, да? Нет. Стояли. Стояли? Ну, там нет. Один или два человека что-то. Непонятно, то ли он в очереди стоит, то он просто так стоит. Ну, в общем, да. Ну, народ какой-то есть в магазинах. Сегодня что, у нас пятница? Здесь трое стоит, у банкомата стоит.